ожидании глобального ивента, неплохо бы получить халявный опыт. Смотри, зайцу тоже нравится. Шпионю тут за китайцем и получаю халявный опыт. Это всегда здорово. Ну и к тому же шпионить тоже прикольно. Сейчас начнется глобальный ивент. Да-да. Смотри, смотри, сколько народу понабежало на сервер. Офигеть. Какой-то бомж еще бегает. Смотри, какая тусовка. Блин, я никогда не видел еще столько народу. Блин, глаза слепят. Так, чё? Чё делаем? Какие действия? Ой-ой-ой, как тебя? Закоцали-то, братан. Так, чё, куда? В трайп? О, в трайп. Трайпать я могу. Сколько тут незнакомых мне людей-то, а? Да, и трайп какой-то незнакомый. Походу трайп от фонаря. Но кипиш тут, конечно, знатный, смотри. Блин, что происходит-то, а? Я тут 90% людей даже не знаю. Ну все, чё, ждем автобуса? Кого-то уже размотали. Кто-то там уже что-то готовит. Во, прилетел, прилетел наш автобус. Давай, садимся скорее. Блин, ну народу капец. Просто капец, сколько народу, а. Ладно, чё, кого ждем? Кого ждем, пацаны? Еще кто-то на сове летит, смотри. Еще кто-то в трайп присоединяется. Еще присоединяется. Ничего себе. Походу тут 25 человек будет. Вот это да. Вот это мега сражение. Так, ну все. На автобус. И полетели. Да куда все разбегаются? Кто там что дамажит? О, какой-то пришлый. What are you doing? Пришлый какой-то бомж пробежал, спрашивает. You can kill me, I have no items. Чё вы тут делаете? Hello? Он реально в шоке. Пацан в шоке, столько народу, что тут происходит. Ну все, летим. Блин, прикольно вот так вот, весело, когда такая огромная толпа. И такой кипиш. Классно. Ну вот мы все собрались. Все принесли с собой своих тираннозавров. Смотри сколько. Какая огромная очередь из тираннозавров. Если честно, я такой очередь из тираннозавров еще никогда не видел. Сколько тут народу. По-моему, да, здесь 25 человек только в этом трайбе. Из тех, кто пойдет. Плюс еще те ребята, которые уже ходили. Вот это да. Столько народу. Такой глобальный масштабный ивент. Ну все, чё? Открывай. Давай скорее открывай. Все, думаю, собрались. Кто не успел, тот все. В пролете. Давай, 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 блин, тут же, по-моему, насколько я помню, ограничения есть. Поэтому надо залететь туда в первых рядах. Отлично. Да. Смотри. Ну, я думаю, нам хватит тут этого ограничения. Хотя нет. Не хватит. Те, походу, пойдут второй волной. Тут дикий Дино достаточно высокого уровня, я думаю. Нифига себе. Ну, в принципе, нет. Я думаю, мы пройдем это все без проблем.
Но как бы... Нет, уровни тут высокие. Но как... Ого! А как быть тогда? А, вот оно что! Ты видал? Какая китайская хитрость! Зачем воевать, когда можно взять хитростью, а? Тупо скинул гигу в лаву и все. Отлично! Отлично, еще Рекса покачаю. И сам прокачаюсь. Да давайте, давайте скорее, все уже. Все собрались, пошли. Вот оно. Вот оно то самое место телепортации. Если честно, на ПК я здесь впервые. Но графика тут, конечно, намного красивее, чем на PlayStation. Давайте запускайте, пацаны. Вау. Блин, хорошие спецэффекты. Я здесь так давно не был. По-моему, я здесь был в последний раз, когда еще играл на локалке. И потом на офи на PlayStation. Да, блин, я не помню, сколько лет даже прошло. Я уже все успел забыть. Слушай, как же здесь красиво. Смотри, какие телепорты в разные биомы. Вот это класс. Так, заметочки. Заметочки обязательно. Еще одна. Оп, ну чё, все, заходим. Блин, вот я был бы не я, если б я не на ту кнопку нажал. Нафиг я вообще этот тартар взял. Прикинь, если помру, какой эпик фейл будет. Блин, это ж капец. Всё, нафига. Выкинуть его надо было. Блин, вот. Только бы не помереть. Скорее, тартар. Фух, сейчас отпустит. Блин, если честно, я начал уже бояться и сомневаться. Умереть здесь было бы, конечно, очень эпично и очень по-идиотски. Так, ну кто там еще не успел? Давайте. Кого ждем? Капец народу. В бой! Давайте, рванули! Давайте, кто нанесет первый удар? Кто задамажит первым? Есть! Босс активировался. Давайте, пацаны, кусаем его, кусаем. Пошел урон. Ну, такой толпой, я думаю, мы его точно замочим. 100% должны замочить. Других вариантов, я думаю, даже нет. Дроны, блин. Надо было ружбайку взять помощнее. Что-то я пожалел и взял такую слабенькую. Тут даже не все участвуют. Вон есть чисто кто АФКшек. Есть кто защитные единицы убивает. Блин, ну это изи. Такой толпой этот босс на изи. Ну давайте. Отлично. Я помню, мы его проходили раньше даже без динозавров. А здесь такой толпой. Очень эпично, блин. Совсем чуть-чуть осталось. Давайте, пацаны, поднажмем. Давайте, да, есть плюс 15 уровней. Отлично, вот это супер. Так, все, надо успеть заморозить Рекса, посадить его в криопод. Где мой? Вот он мой.
как китайцы быстро все это сделали, а? А? Ты слышишь? Музыка. Помнишь, когда ты проходил этого босса в первый раз? Ха, воспоминания. Как же давно для меня это было. Эта музыка, эти миры. Тогда это все казалось загадкой. Мы что, полетели навстречу к приключениям? Сколько миров. Обалдеть. Айленд. Тогда еще не было большинства этих карт. Как это все казалось потрясающе. Все-таки с чем, а с фантазией у разработчиков, я думаю, проблем нет никаких. Молодцы. О, забирай меня скорее отсюда. Тут начался какой-то кипиш. Китайцы строят, китайцы афкашат, китайцы пытаются убить друг друга. Давай скорее прилетай за мной. Забирай меня отсюда, а то тут слишком много народу. Опасно, блин. Пусть хоть и все с одного трайба, но мало ли. Ух ты, ха, скамеечка. О, еще кто-то сделает такие противные звуки. Так, и там еще остались. Ну что ж, зритель, вот мы и победили финального босса. А на сегодня это все. С вами был Keep Games. До следующей встречи. Пока.